Сегодня часть Московского района, 116 домов, а также роддом, больница и поликлиника остались без воды. Это произошло из-за планового ремонта на сетях водоканала. Для того, чтобы обеспечивать горожан водой, по городу курсировали специальные цистерны с питьевой водой. 30-й больнице был, там все набрали воды. Мы с утра детские сады ездили, все детские сады, школы. Я думаю, что мне хватит, если на сутки. В крайнем случае, здесь есть доступная вода, есть, ведь прямо у нас на Страже Революции стоит ларек. Заранее предупредим, потому что мы знаем, что такое ремонтировать. 18 декабря проводятся плановые работы по замене запорной регулирующей арматуры. Уже затворы смонтированы, и в течение 2-3 часов мы запустим воду. Хотя мы брали срок до 24 часов, вот, но мы закончили раньше. И я надеюсь, что в течение 3 часов вода у людей появится. Это интервью было записано немногим более часа назад. И, соответственно, ждать включения воды можно в 8-9 часов вечера.